учат жизни в армии. Ездишь, получается, на различные соревнования, эстафеты, мероприятия. И времяпрепровождение проходит отлично. Ну, ввиду сегодняшних условий, да, довольно-таки актуально именно проведение данного мероприятия. Не знаю, насколько это надо, но мне это интересно, поэтому я хожу в такие мероприятия. Нравится адреналин, эмоции разные. В этом году мы полностью поменяли формат нашего мероприятия. А до этого мы базировались в войсковых частях. А в этом году у нас военно-полевой лагерь. Как вы можете видеть, здесь присутствует военная техника. Это КАМАЗ, Урал. А ребята отрабатывают прыжки. Также они получили небольшие навыки, первые шаги в вождении данных автомобилей. Также для них организован страйкборд, что уже приравнивается к боевым условиям. Также их ожидает тактический пейнтбол и основы физподготовки. Мы заняли второе место по ориентированию. Нам дали карту, примерно объяснили, что где находится, и мы бегали все это время. Находили разные точки и отмечались. Ну, это долг, мне кажется, мужчины, обязательно пойти в армию. Если мужчина, то он пойдет в армию.